God, you stupid bastard. Жаба, светлячок, мангровое дерево. Все, как ты относишься? Хорошо. Еще раз, ребят, жаба. Праздничный стрим, не побоюсь этого слова, самый что ни на есть самый праздник у нас с вами, потому что наконец-то у нас стрим, пока что он еще не начался, но при этом все, мы, так, секунду. Мы сегодня будем кайфовать очень много. Вот так буквально. Шикарно. У нас ведь как говорят, пока шишка стоит. Я благодарю всех спонсоров. Искренне. Нихуя непонятно. Некоторые спасибо. Вещи нихуя непонятно. Жора Крускрафт. Скрынник, понятное дело, он самый главный создатель Майнкрафта. Я сейчас грубо пошучу, ребята. Закройте ушки. Закройте ушки, ребят. Он еще отец ночи, между прочим, так что он всё знает. Закройте ушки, ребят. Что я смотрю? Мы добавили грязь. Yeah, so we're adding really cool renewability mechanics to mud. The first of which is if you take a dirt block and pour a water bottle on it, then you can get more mud. Ебать! Глину можно из земли делать, ты чё ебанулся? Глиномесом. Охуеть, ферма глины. Он вытащит всю воду из него, жидкий станет это... На твоем же месте я бы лучше убился, твоя лучшая ферма. Это ферма глины. Еще раз, ребята, жаба, светлячок и мангровое дерево. Все. Я хотел бы материться. Материться можно? Да, 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 и еще раз да. А, блядь, что он там еще, блядь, скажет? А ну-ка. Не давайте, а то я помню, смотрел один стрим там, в общем. Да, помню. Лох ты. Блядь, не знаю, за кого же я голосовал? Дамы и господа, я голосовал. Это ж, это банка, это банка с кадном. Это банк, господа! Привет, Вишнюшка! Если я все правильно перевел, он будет нюхать вас. Не нюхать вас, а будет слышать ваш запах. This looks exactly like the game did, and it's insane he managed to like sync it up so perfectly. Подписывайтесь на мой канал. Всем привет! Я гений, я гений. Всегда слушайте меня. Я говорил, вы просто должны меня слушать. Flowers, things like that. It's really beautiful. Мобы будут... Да. Like celebrate the wilderness. Мы хотим отпраздновать дикость. Чокнутая сука, несешь хуйню. Это обновление дичи, господа. Блять, о да, как я говорил, я... Это предсказывал, бля! У разработчиков нет планов на добавление с литвичком в любом предстоящем обновлении, нахуй! А-ха, бля! Пошел нахуй! Да вот отойди отсюда, сила! Нахуй! Чё ты орёшь? Мне что-то тебя слышно очень сильно. Страж может чувствовать запах. Хули ты разлёгся, иди код пиши, блять, рога добавь. Вот лучше вместо... Не хотите ли на Майнкон 2021 попасть? Сука, сколько он всего это пересмотрел, это пиздец. Все-таки, да, конечно, я хочу. А пришлите что-то очень интересное, классное. Хорошо. Я вам пришлю свой член. Вау! Пришлю свой член. Вау! О, уж я в следующем году реально что-то свое отправлю. Панда! Ебал. Гляньте, ну прям так ебал. Качели исправили. Ам-ам-ам. Блин, ну ребята, я теперь, я зимой жду Агнес, заплаканную. Знаете, если она сейчас такая, ой, ну извините. Зимой она будет с фингалом. О-о-о, Агнес! Непобитая, бля. Уволить этого... Непобитая, бля. Человека.
Блять, всех вырезать, только скриника оставить. It's important to get everything. Если вы до сих пор думаете, что для меня, как для блогера, keeps updated. Это источник заработка, вы глубоко ошибаетесь. Yeah, thank you so much for watching, and yeah, see you soon. Знаете, сколько они говорили про обновление? Ребят, вот знаете сколько? Я вам сейчас скажу 15 вонючих минут. Вадим Вестанс — это просто Майнкрафт 2. Ну, не то чтобы Майнкрафт 2, но можно так сказать, в принципе, да. Жаба, мангровое дерево, светлячок, который просто 2 пикселя. Жирные, бесполезные насекомые. Еще раз, ребят, жаба, светлячок, мангровое дерево. Все. Как к ЛГБТ относишься? Хорошо. Кринжанул. Привет, ребятки. Вы на канале Дима Асальмас. Бомбящее видео. Без монтажа обойдетесь, потому что идите нахуй. Дима! Уникальный каловый город Вардена. Итак, у нас есть, в общем, подземный гамзон. Я балди. Напоминаю, ребят, напоминаю. Я бэч. Я буду сосать не 40, не 30, да? Да, да. 15 членов. И все атеисты такие, да, на Майнконе, вау. Это жаба? Науки. Опять же, напоминаю, мы можем этот член долбить. Ну, ради этого я сюда пойду, блин. Выглядит, как будто собака сходила в туалет с блестками. Круто и дерзко, скажем так. Итак, пока не запустили портал в Моджанге, да, а скорее всего это будет не раньше, чем, ну, 27,5 тысячи год, вот так вот. И знаете, что в этом мире будет, ребят? Знаете что? Там будут синие зомби, синие скелеты, синие координаты, синие атеисты, синие координаты, синие атеисты. Сомневающая топка, синий зима-скрыник. Но это будет новое измерение. Это не обновление 1.19. Это обновление 1.15. Это обновление халтура. Вонючая. Вот бьет местных жителей, там, обирает у них получку. Вот это вот обновление 1.19, ребят. Вот оно. Наконец-то я нашел существо, которое может помогать мне проходить Майнкрафт каждый раз. Боже, ты такой хороший, Хаги. Ладно, теперь можно перекусить. В смысле, а кем перекусить? Во-первых, кто не знал, ребята, кости нельзя давать собаке. Нельзя. Она может разгрызть кость, разгрызть лещи, кусочки кала. А потом вопьются ей в желудок. Она укусит в член. И она умрет от кровотечения. А что такое? На, жри говно. Бэч. Это значит, не сообщается, Моджанг. А жаба умерла или чуть не умерла от пения. Опа, сожрала. Опа, сожрала. Это значит, не сообщается, Моджанг. Жаба жрет гирочи. Кого? То есть никто из родителей, да, не позвонил в Моджанг, не сказали, слушайте, у нас дети как бы покормили собаку, она покормила детей. Опа, сожрала. Опа, сожрала. А потом они достали хуй. Я помню пенис большой. Кто вам сказал вообще, что жабы мечутся по этим болотам в надежде, что действительно сейчас вся эта напасть в итоге уйдет? Поднимает вертолет со священником, и он просто-напросто окропляет землю, чтобы здесь не было дыма. Скрынника... Это гениально. Это самая жаба. По поводу того, что у нас теперь не будет поводу срать Моджан. Жаба, светлячок, мангровое дерево. Все. Как ЛГБТ? Как ЛГБТ? Отпустишься, а? Хорошо. Ребят, это база. Какая тупая вещь, гляньте. Почему у меня вообще есть урезанная, увеличенная версия пениса и то кастрированного? Такая бредять. Увеличенная, урезанная версия пениса. Ну и нахуй я стоял в АФК, блядь. Пиздец. За все это время 4 моба нафармил, нахуй. Тварь! Просто лютая. Это кастрированный Моджанг с бесполезными жабами и с кастрированным Димой, с крыником. И вы после этого, естественно, в это все поверите и будете потом доказывать свою точку зрения. Нужно думать вот этой вот штуковиной.
мы просто показали это на Майнконе. Халтура вонючая. А это просто картинка. Прикольно. Жабы, грязь и контент из-за 1.17. Вы что думали? Мы это показали, чтобы добавить в игру? Кто гений? Кто этот гений, блядь? Мы добавили жаб и грязь добавили. Фонарь. Ну и в чем смысл? Что интересно? Фонарь. Я сейчас стою на высоте в пее. И сейчас магия, ребят. Та-дам! Я вообще не понял, что за бред. Просто вонючая халтура. Жабы, грязь и... Вонючее болото под названием «Русская здесь» на YouTube. Жаба, светлячок, мангровое дерево. Все. Как к ЛГБТ относишься? Хорошо. Еще раз, ребят. Жаба, светлячок, мангровое дерево. Все. Как к ЛГБТ относишься? Хорошо. Жирные, бесполезные насекомые. Жирные насекомые. Не, ну, надо только про скринника. Надо всех вырезать. Майнкрафтеров. Сейчас это ассоциируется с каким-то неадекватом, дурачком и все в таком духе. Да, с чего бы это? Майнкрафт! Смешно. Спасибо за видео. Спасибо за видео. Смешное видео. Спасибо.